Обзор посылок с Китая. Сегодня пришло две посылки. Одна маленькая. Ну, это, наверное, флешка Дарт Вейдер. Ну, сейчас посмотрим. А вторая большая должна быть сумка. Так, начнем с маленькой. Так. Ага. Так, это и есть Дарт Вейдер. Вот такой. Сейчас мы его откроем. Такой довольно хорошей, красивой упаковочки. Хотя можно было и в коробку положить. Угу. Вот такой Дарт Вейдер. Это флешка. Вот так вот он разбирается. Угу. Так, ладно, потом посмотрим, правильный ли объем пришел этого Дарт Вейдера. А сейчас займемся сумкой. Так. Завтра должна прийти сумка не такого цвета, как эта. Так, сейчас мы ее откроем. Угу. Угу. Так. О, как видите, сумка. Сумка пришла. О, тут еще и письмо. Merry Christmas. Это, наверное, какой-то подарок. Но сейчас посмотрим. Так. Сумочка пришла довольно в хорошей упаковке. Так. Вот такой вот фирменный мешок, в котором есть сама сумка. Пакет, мешочек и сама сумка. Сумка поло, черный цвет. Так, сейчас будем смотреть, что в серединке. Угу. Ну, это вейдинг поло. Так. Угу. Замочек работает нормально. Угу. Ну, довольно-таки качественная сумочка. Неплохая. Ну, вряд ли это кожа, конечно, за такие деньги. Ну, хотя посмотрим. Для объема. Это тоже правильно. Так. Вот такие вот кармашки здесь есть. Это, наверное, для телефона. Это еще, наверное, для одного телефона. Еще один карман. Угу. Да, есть кармашек. И ручка через плечо, чтобы было удобнее ее носить, саму сумку. Так, тут вот сколько отделений. Вот одно,
первое, вот второе, вот третье, четвертое отделение. Тут еще есть потайной кармашек, небольшой такой, но есть тоже. Так, и вот тут вот сзади тоже есть тоже хороший карман такой, вместительный. Вот такие сегодня пришли посылки нам. Сумочка и Дарт Вейдер. На этом пока что все. Ждите следующих обзоров. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Кому понравился и был полезен этот обзор, ставьте пальцы вверх или пишите в комментарии, я помогу вам заказать. Всем спасибо, до свидания.